25 июля в Куртамышском районе в военно-историческом лагере «Патриоты Зауралья» имени четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова стартовала третья смена. Ирина Власова приехала из деревни Косолапово Целинного района. Трудности девочка не боится и в будущем планирует стать военным прокурором. Зарядка, бег, какие-то спортивные, то есть игры различные. И также военное дело, это, соответственно, история, разборка-сборка автомата, стрельба и так далее. Ездила по различным соревнованиям, довольно уже многовато. Ну и вот поэтому здесь нетрудно находиться. Отдохнуть, зарядиться энергией, а также стать сильнее и выносливее. На протяжении 2 недель школьникам предстоит пройти курс молодого бойца. В программу работы лагеря включены сборка-разборка автоматов, строевая подготовка. Также для ребят будут организованы мастер-классы, встречи с военными, кинологами. Мы считаем, что кадет должен получать больше знаний об истории нашей Родины. Мы заботимся, чтобы зауральский парень, придя в армию, он сразу был на 2 головы выше других. Он знал все, что надо, он отсюда уже привез, из Уралья. Отметим, что это смена завершающая, которая даст возможность кадетам и школьникам подготовиться к учебному году и с новыми силами идти вперед в страну знаний. Махабат Секенова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».